Здравствуйте, туристы-милитаристы. Совершенно не городской, нетипичный тест городского EDC-шника Кайзер Матанзас. Андрей Валерьевич только что вот высказался на тему названия. Опять же, там даже рейтинг 18+ не поможет, если... Ну, в общем, название ему этого ножа не понравилось. Зато летает. Зато флипует душевно, Андрюха. Так, ну что? Редко какой у нас складышок настолько легко и непринужденно. Обычно это, ну, складные ножи обычно так легко не проходят. Но вот зато разрезать уже трудно, потому что или вот этой кромкой, или вот здесь вот мы начинаем плавать, откровенно плавать. То есть у нас как бы выходит на угол, но зато прорезать именно... Сейчас я не знаю, здесь уже маловато осталось. Но как он разрезает на весу, мне очень понравилось. Потом подберем. Давай построгаем что-нибудь. А на самом деле... Рукоять-то нормалечек так впивается, если честно говорить. А я думал, что я с таким сейчас богатырским понтом сломаю эту ветку. Это я вспомнил, при Андрее было, когда я это мачете, как он был, мачете, Криос. Криус, когда у меня лежал здесь на пне этот футбольный мяч, я решил просто поразить всех, разрубив, не проткнув, разрубив мачете на этот мяч. Со всей дури как размахнулся, и он у меня как отпружинил прямо в голову. Я только так, ууу. Ну, тестовые нюансы, что делать. Резать, конечно, этим ножом гораздо удобнее, чем строгать. То есть он, конечно же, строгает у нас, ребят, не без этого. Но вот эта грань, вот это вот именно место в мизинец так нормально работает. Вот ровно-ровно сюда вот у меня на сгиб. То есть не то, чтобы это прям наминает так, что я прям стал бы жаловаться, но факт остается фактом. При этом... Вот самое прикольное, знаешь что, я понял. Я когда беру вот так вот, вообще неудобно. Чуть-чуть меняю угол. Именно за счет, наверное, строения клиночка. И строгание идет в два раза бодрее, в два раза быстрее. Чем мне нравятся ножи такого склада, они мне мало чем нравятся, если честно. Я имею в виду, у которых так вот вынесена дополнительная кромка. Ну, в первую очередь, тантоиды или вот такие вот. Чем мне нравится, это именно возможностью вот так вот поработать на отдельно на строгании. Опять же, надо признать, у меня палец здесь вот насечка просто необходима, потому что у меня палец скользит как собака, большой палец. Но в целом именно вот такие вот вырезательные движения, они имеют место быть. Не люблю я складыши тестировать на улице. Согласись, потому что это совершенно, ну, беспонтовое занятие. Это городской нож. Блин, для какой-нибудь офисной крысы. Для того, чтобы вскрывать конвертики. Ну, реально. Как бы, ну, там, знаешь, там, упаковочка, конвертик, там, карандашик заточить. Люди. Люди, апельсины, яблочки. Ну, что? Это, ну, это не то, что не его стихия, это совершенно, значит, чужеродное. Это вообще, это все, что я не знаю, Бориса Моисеева заставить совковой лопатой уголь грузить. Вот, вот, ну, примерно тот же, та же самая эффективность. Хотя зависит от того, как сильно его при этом пить. Правильно? Ведь никто же не отменял силу внушения отдельно взятую. Ну, в общем, ребят, в общем и целом нож строгает. Нож строгает, чувствуется, что сталька злая, заточка хорошая. Но вот это, конечно, ребро рукояти. Оно вам долго такой работой не даст позаниматься. И не надо.
Не про это вообще был велосипед. Ну, не для этого. Нож не, скажем, не для того, чтобы там лес валить. Чисто городской, прикольный, нравится. Мне нравится очень его именно механика. Хватит ржать надо мной. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Увидимся.